Во дворах муниципального образования Георгиевское станет меньше ям. В следующем году там отремонтируют 50 тысяч квадратных метров внутриквартальных дорог. В прошлом году в Георгиевском заасфальтировали 15 тысяч квадратных метров дорог во дворах. В планах на будущее отремонтировать в 3 раза больше. Расходы поровну поделит администрация Фрунзенского района и местный бюджет. На борьбу с ямами в нем заложено 15 миллионов рублей. Первыми в списке идут проспект Славы 5, Белградская 34, корпус 1, Дунайский 40, несколько адресов по улице Купчинской. И в целом территория кварталов 7 и 14. А квартал номер 14А, который ограничен проспектом Славы, Будапештской и Белградской улицами и Альпийским переулком, ждет комплексное благоустройство. В том числе и расширение внутридворовых проездов с максимальным сохранением зеленых насаждений и созданием дополнительных парковочных мест. В настоящее время программа благоустройства еще формируется и готовятся конкурсные процедуры. То есть успеть сообщить о проблемном адресе теоретически еще можно.